Юрий Васильевич, Александр Иванович был действительно очень хорошим другом. Никогда его не забудем, он останется в наших сердцах навсегда. Ever since I was a child, I've turned it over in my mind. I sang by the piano, tore my yellow dress. Что время лечит. На самом деле ничего подобного. Получается то, что вот проходит день за днем, а Юрий Васильевич не хватает все больше. И его сердце, и ни один не такой, не выдержал, не стало с нами. Он ушел, и нас стало меньше. То, что действительно Юра видит, сколько друзей у него, и не все смогли прийти, может быть, к сожалению, но все его помнят и любят, и мы с ним, и он с нами. Я такой очень светлый человек, никогда не забывал, он никогда не ставил себя на первый план. Спасибо всем, вот я очень благодарна, что знаю такого человека, что довелось с ним, ну пусть даже какой-то маленький промежуток времени побыть вместе, но все равно очень хорошее воспоминание от него осталось. Спасибо. Этого замечательного человека, великого боксера, величайшего боксера, просто гениального, я считаю, человек 18 лет стать чемпионом мира. Вы представляете, сколько миллиардов на земле людей? И из них самый сильный 18-летний мальчишка, который даже, насколько я понимаю, до сих пор в книге рекордов Гиннесса и до сих пор моложе него чемпионом мира в любителях никто не стал. Такой прям человек очень глубокий. Фантастическим талантом и фантастической работоспособностью. Замечательный отец. У вас был великий отец. Человек, который жил для других. Надежность, преданность, умение делить. Знаете, что душа вашего сына, она жива, и она среди нас. И с которого мы должны, обязаны брать пример. И я еще раз повторяю, мы просто благодарны, что нас судьба свела, что жизнь свела, что мы много лет дружили, знали его. И спасибо, что вы все собрались и помните нашего замечательного. Сейчас вспоминаем Юру, я очень близко с ним дружил, долгие годы, жили в одном доме, в одном подъезде, дружили. Мне это очень серьезная потеря, потому что я думал, что в этой жизни уже больше никого не буду терять, потому что пошел седьмой десяток, все позади, оказывается, бывают и потери еще похуже, чем в течение той совсем непростой жизни, которая осталась сзади. Он побежал, когда паркет уже упал. И я хотел бы сейчас купить за любовь
все пережить, и все будет в жизни нормально. Действительно, он был человеком с большой, огромной душой, с большим сердцем. То есть он, если дружил, то дружил искренне. И очень любил опекать славу. Детей, своих, других. Всех обретал. Как он говорил, как звезда. Как звезда отошел в небосклон, и как звезда вот так она с этого небосклона исчез. Все его будут помнить. Все, потому что ушел действительно большой человек.